Вот, дорогие друзья, турецкий чай растет вот так. Почти полностью северо-восточный час Турции занимает вот этот чай и лесной орех, финдук. Вот люди три раза в году получают урожай и продают таким заводам. Вот тут черный, рядом еще белый завод. Оранжевый свет тут выглядит. Завод перерабатывания. Тут немножко плантация чая, но это для того, чтобы показать гостям, туристам. А так чай растет на такой холма, вокруг домов, и лесной орех, и чай. Лесной орех один раз в году урожай, а чай три раза в году. Люди собирают чай и сдают чай таким заводам, они уже перерабатывают этот чай, либо они платят за этот чай этим крестьянам, либо они перерабатывают за деньги и сухой чай возвращают назад этим крестьянам, кто собирает. Верхняя часть чая собирают с ножницами. Чем свежие листья, тем дороже этот чай стоит. Вот чай лучше вот рукой собирать, вот так, рукой один. Ну, конечно, это быстро делают. Второй, вот так, так, так. Так, 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 вот так собирают и потом кладут. Это лучше. Сейчас мало кто сейчас рукой собирает. Надо вот так берешь, берешь, это так лучше. Надо знать, вот, вот это, надо знать, вот это час, чтобы листья не порвались, вот так. Лучше вот так собирать чай. Как-то с ножницами качество чая падает, потому что там уже твердые листья тоже попадают туда. Это уже не очень качественный чай считается. Чем свежий поверхностный чай, как известно, тем качественный считается. Вот чай перерабатывающий завод. Вот собрали чай на горах. И сюда привезли, тут перерабатывать будет чай. Иду туда, дальше, надеюсь, покажу вам. Как-то через вот этот автомат идет разные процедуры. Три раза моют с разной водой. И как-то вода уже чай чистая совсем. Потом веду туда, туда на чайорубка. Как мясорубка есть, чайорубка. Режут ее по мелким кусочкам. Внутри я вам покажу еще. Потом на ферментацию, то есть оставляют ее на пару часов отдыхать. Потом духовку. Вот в духовке уже он получает коричневый цвет. Если турецкий чай, если зеленый чай, так ее не так сильно пекут в духовке, так то получается зеленый чай. Еще есть белый чай, самый дорогой чай. Белый чай, самые верхние листья чая, только май их собирают. Килограмм 5000, почти 1000 долларов стоит, потому что самые свежие листья чая с верхней стороны. Вот это белый чай, мало где продается, вы вряд ли ее найдете. Наши специальные коктейли, вот находят белый чай. Я вам показал вот дорожку чая, очищали, помыли. Потом они возят чая вот эти капля, они уже режут. Как мясорубка, тут чайорубка. Чайорубка потихоньку, и чай падает вот вниз. Вот внизу чай, уже порезанный чай, маленький, по мелким кусочкам. Вот так идет чай на ферментацию. Ферментация, то есть там, там чистая вода натуральная, смешивают, там он пару часов остается как тесто хлеба, перед тем как поставить духовку, тоже ферментация оставляет. И потом идет сюда печка. Вот большие печки, уже зеленый чай, и здесь становится коричневым. Вот мёртвый чай выходит отсюда суки. Мусор, то есть лишние вещи выходят с другой стороны, а чай сюда. Потом на упаковку идет.